Первое видео начну сразу с цены. Это John Deere 9640. Я его уже смотрел 2006 года. Наработка 1900 на 3100. Жатка 6 метров. Тележка. Цена 85 тысяч евро. Ориентировочная. На сегодняшний день это хорошая цена, потому что по рынку нет таких цен. За такие деньги можно будет купить 3-4 год на сегодня. Цена 85 тысяч евро в Украине. Звоните, пишите, принимайте решение. Если, конечно, вы там с юга, либо с Харькова, надо будет куда-то 1000 добавить на транспорт. Вот вам уже есть две клавиши, я вам предложил. Вот одна 9640 в Бельгии, и второй уже в Тернополе стоит, 9680. Поэтому смотрите видосик. Если есть вопросы, звоните, пишите. Помогу вам, поговорим, обсудим, подскажу. Ой, что за бугры? Il y a juste deux choses à remettre et ça nouveau. Le reste сварочка была. Она так, это 9640 АКВТС. Тут замена, видите? Надо отмыть бы ее чуть-чуть.
сейчас прийти. Ну так все равно, как я буду ее смотреть. Они даже не подумали, как ее люди будут приезжать смотреть. Не в идеальном состоянии. Но... Вам все понятно? У вас нет вопросов? Лично у меня есть вопрос. Да?
под ключки, да? Собирается. Чуть-чуть. Масло внизу. Ну, затемка пшеницу поубирали, так он тут поставили. Да и все. Шестого года, говорили седьмого, говорили восьмого, потом седьмого, потом шестого года. Гонарий очень сыро, есть нюансики, не глобальные, но есть. Картошку хранят. Там по металлу все в краске. Задняя часть это чисто тут. Наклонка так чуть пошла. Если бы у нас так приехали комбайн смотреть к фирмеру кому-то, что бы сказали бы ему? Своих денег он стоит. Так вам хочу сказать. Угу. Новый проблем? Какой день на Мерседесе приехал? Оп. Я? Je vais regarder câble for stand. Мало коррозии, мало. Только по наклоночке пошло. Вот так. Так, если его отмыть. Ой.
тексту. Сейчас посмотрим жатку. Он приехал за батареей, говорит, сейчас тебе его заведу. 6-метровая жатка с тележкой. Длинные пальцы поставили. Европейцы все потихоньку хотят выбирать бобовые. У них не получается. Может, буду жатки возить в Европу, флекс. Там у нас он фасоль и пшеница лежит. Шесть метров. Шестой год. Двухосная. Дебелая, хорошая. На нее можно смело положить 7 метров. 7 метров. Так, итого, ребята, у нас есть с вами две клавиши. Одна в Тернополе, я уже привез 9680. И вот вторая. Так что звоните, привезем. Привезем. Если надо эту, нет, приезжайте, смотрите, тот вариант, что есть на площадке. Есть там краска. Будет он блестеть. Хорошая химия будет мыть. Люцерн забирал. Там где снег идет, как люцерна еще. И не видно, что он с поля. Его никто не готовил для нас с вами.
выключить, да?